Всем привет, с вами Влад. Сегодня я вам покажу фокус с трубочкой. Выглядит он так. И вот трубочка. Из ниоткуда. Видно, да? Ну вот. В чем секрет? Трубочку предварительно надо разрезать как можно ровнее. Не пополам, а с одной части. Чтобы она могла открыться, как хот-дог. Дальше. Просто скручиваем трубочку. Без разницы, с какой стороны. Главное, чтобы она скрутилась. Так вот, скручиваем. Скручиваем. И вот уже последний штрих. И готово. Вот, скрутили трубочку. Дальше кладем ее куда-нибудь, например, сюда. И вот ее уже не видно. Даже если сделать вот так. Только если вот так. Так тоже не видно. Вот. Дальше, смотрите, берем за вот этот конец и вот тут большим пальцем прижимаем. И вот ее, тут ее немножечко придавливаем, чтобы она согнулась, и просто вытаскиваем. И она просто вернется в свое старое обличье. Вот такой вот фокус с трубочкой я сегодня показал. С вами был Влад. Всем пока.